Между тем, стало известно об угрозе увольнения еще одного директора саратовской школы. По информации сайта «Взгляд.Инфо», покинуть пост вынуждают Лидию Устинову. В частности, директор 7-й школы рассказала, что написать заявление по собственному желанию ее попросили за отреставрированные помещения подготовительных групп, которые впоследствии отобрали под детский сад. Подписаться под заявлением на увольнение руководитель школы отказалась.